Я каждый день пью. Как это каждый день, дембель? С этими фашистами дембеля не будет. Ага, с фашистами дембеля не будет. Ну хорошо, ладно. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нет. Да? Нет. Нет. Ну как так можно? Девушка, я спасалась. Есть мечта иметь мечту. Смысл моей съемки, он заключается в том, что я хочу узнать, есть ли у вас мечта. Не относится. А, хорошо, не будет. Я не относится к этому происшедшему, то, что здесь происходит. Ну а к чему тогда? Знаете, мы хотим съездить домой. Я вам сразу скажу. Очень сильно хотим съездить домой. А вот это нам сопряжение не дает ехать домой. Ну хорошо, я думаю, что люди с той стороны, они тут домой хотят. Я не знаю. Страдаем мы, страдают дети, которые здесь стоят втроем, которым по 18 лет, у которых уже сломаны ноги, выбитые зубы, разбитые лица, которые сейчас лежат в больнице. Да, понятно. Но вы слышали, что вот с той стороны застрели на 4 человек тоже? Нет, мы еще пока ничего не слышали. Мы здесь стоим. Ну, я, если вам интересно, могу рассказать, что у нас, допустим, на телекомпании двум ребятам так вот прострелили руки. Спина сиди. Вот. И как бы, а четверо человек, они совсем как бы застрелены. То есть насмерть застрелили? Ну, как бы да. Как бы, ну, пока еще факты конкретные. Нет, это конкретный факт. Четыре человека застрелены на противостоянии на уровне, на улице Крушевского. Чего? Из таких вот патронов, таких похожих на бочечку. Ну, а как вы вас... знаете, что у нас нет огнестрельного оружия, боевого, табельного? У нас есть травматическое оружие, и все. Друзья, значит, прилетели марсиане и каким-то образом их застрелили. А вы поспрашивайте там в толпе, там тоже есть. Мы изымали там оружие огнестрельное. Ну, а там лучше поспрашивайте. Ну, мы везде поспрашиваем, что думаете, мы ограничимся одними вами. У нас день еще долгий до вечера. У нас, по-моему, тут уже неделя будет долго до вечера. Хорошо. Да, Саша. Привет. Ну, а что ж... Ну, так Костик, я же не писала телефон Костика. Видно, что ты поехал, видно, что Костик. Я тебе скинула в Фейсбуке. Все, а то Віталіку може, ну дай йому тому Віталіку на телефон, хай мені телефонує, щоб мені знайшов. Добре? Тому що там, де я казала йому, що я є, я мене вже нема. Чи Вадиму. Тусується, так. Ну я поки що знімаю. Все, пішли далі, питаємо наше опитування, проводимо про мрії. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Да? А ну, ні? Как ні? А дембель? Мечтаешь, что появилась мечта? 4 года назад был. А вы что, 4 года служите, что ли? Да, ты уже. Мы служим очень долго. Ого. Мы забыли уволить запас. Ого, вот это да. А скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? У меня есть мечта. У вас есть мечта? У меня есть. Какая? Ну, у меня их, во-первых, X. Во-первых, я хочу поехать в Непал, например, учить санскрит. Да, еще раз. Хочу поехать в Непал и учить санскрит. Там есть такие двухмесячные курсы. При университете Катманду можно учить санскрит. Стоит 10 тысяч долларов. Не личная, а глобальная мечта. Глобальная мечта? Но я хочу, чтобы все живые существа достигли просветления. Отлично. И кем вы готовы пожертвовать ради осуществления этой мечты? Никем. Я вообще не считаю, что нужно кем-либо жертвовать ради чего-то хорошего. Я вообще считаю, что как бы посредством мы познаем цель на самом деле. Если плохими вот такими-то средствами что-то достигается, что декларируется, что вот, как бы я хочу хорошего, но для этого я должен сделать что-то плохое. Вот я, например, всегда такая думаю, что нет, неправда, значит, этого хорошего тоже не будет. То есть они не правы? Кто они не правы? Ну, вот митингующие. Ну я откуда знаю, правы они или нет? Я здесь не для того, чтобы выносить суждения. Я бы сказал, я не могу это сделать, потому что я тут стою уже большой месяц. Зачем? Какой? Я вам скажу, что там люди тоже домой хотят. А пусть расходятся, мы разойдемся. То есть вопрос в том, кто первый, правильно? Никто первый. Ну как, кто первый разойдется? Пусть не с оружием. Вышел, с оружием, поднимайте их. Какое у нас оружие? Третья рота. Топоры. Третья рота, поднять еще раз руки. Третья рота, руки поднять. У меня мечта, чтобы все люди поумнели. О, а это прекрасная мечта, я с вами согласна. 5, 6, опускай. 6, 7, опускай. 8, 9, 10, 11.
Ой, я сейчас до него добегу. Подождите. Я просто простите программу. Я хочу так идти до конца строя. Потом я к нему подойду. Красавчик. Я не хожу по улице со штык-ножом, я мирный человек, а он ходит. Почему? Если он у них